Всем большой привет! Эй, ты где? Начинаем ароматный влог. Я решила, как в прошлом влоге, мне очень понравилось, когда свечка в кадре. И я подумала, что почему бы ароматы не снимать так вот со свечкой, как бы оставить так, свечу фоном. Потому что она и красивая, и флаконы как-то отражает интересно. Новшество, да, коробочка. Это не простая коробочка, это коробочка с сюрпризом. В нее я складываю то, что у меня заканчивается в течение года именно из парфюмов. Там пустые флакончики. Но мы увидим ее содержимое уже в конце года. Что туда добавляется? В этот раз не густо, конечно, но тем не менее есть две малюсенькие мини-пустышки. Первое это от Ифраше. Как мне понравился этот аромат. Тут салфеточка. Я, во-первых, обтерла свои все пульсирующие зоны ей, а потом положила ее высыхать в сумочку. Поэтому, пока я сумочкой гуляла, из нее доносился, когда я открывала, чтобы что-то достать, либо положить в сумку. Приятный-приятный аромат. Мне показалось, это цветочный. Да, такой цветочный, сладкий аромат. Сладость цветочная именно. Тут, по-моему, есть какие-то фруктики, я не знаю какие. Я не стала никакие ноты выбирать, искать, но в любом случае очень приятно. Мне показалось даже типа белая роза или белый шиповник. Вот роза такая вот сладкая, вкусная, как у шиповника. В общем, такая классная водичка. Я не знаю, у Ифраше это новинка или нет, но я осталась в восторге от этого аромата. И второй аромат, который у меня уже не первый раз в пробниках попадается. Очень-очень мне нравится вот этот вот от Mavi Boss. И каждый раз пробники я, если открываю, то пока он не закончится, ничем другим не пользуюсь. Приятный тоже, мне кажется, цветочный аромат. Нежный, есть небольшая сладость. И вот на любое время года, мне кажется, это такой универсальный аромат. Так, что у нас остается с прошлого месяца? С прошлого месяца давайте я вам поставлю те, которыми я воспользовалась ароматиками 1-2 раза, и метки я не меняла, потому что тут в принципе и не видно. Но если вторая бы метка, прямо строго по этой шла бы снизу, поэтому оставила метку, и ароматы все оставляю в этот месяц. На улицу я выходила не так часто, может быть, за весь месяц хорошо, если раз 5 получилось, и то я, наверное, сейчас даже загнула лишнего. Silky Soft Musk очень нравится, именно околодомный аромат. Он сладкий, когда на улице прохладно. Мне нравится, как вот эта вот ванильная какая-то теплота окутывает меня на шарфиках. Вот он мне очень так нравится. Дома сколько раз наносила, все-таки вот первые ноты как-то немножко кажутся тяжеловатыми. И пока он не развеется, ну, ближе мне он на улице. Вот как-то роднее, теплее и больше нравится. Второй в восторге оставил меня Miss Mirace Mystery Amber. Тоже, если пытаться метку, то она просто едва-едва сдвинется, поэтому не стала ничего отмечать. Все-таки, когда будут видимые результаты, а видимые результаты будут, когда я буду чаще бывать на улице. Пока, к сожалению, дома мне такие ароматы немножко жалковато пользовать. Есть домашние, которыми я пользуюсь. Но в любом случае, на все лето, я думаю, эти ароматики остаются, нравятся. В этой фруктовое, очень много что-то фруктового, ванильного, такого приятного, и в то же время есть цветы. Мои описания будут такие, девочки. Если вы ждете, что я там начитаюсь ноты, вам расскажу, нет. Это больше такой, как Project Pen, Aroma Project Pen. В течение года я буду вам показывать ароматы, метки, как что убавилось, что закончилось. Вот так. И в прошлом месяце я также беру на весь сезон от Lancome Trésor in Love. И тут, хотя я сделала меточку, тоже я им пользовалась хорошо, если один раз, когда выгуливала на дальние расстояния, и тоже на шарфике. И когда я, например, беру вот такой аромат, то стараюсь брать и свеженький шарфик. То есть не тот, который уже весь окутан разными ароматами и содержит в себе уже целый букет. Обычно я именно такой аромат выношу отдельно, как бы на новом на новом шарфике, на новом платке. Далее, то, что у меня особо не изменилось, но также остается в коллекции, это Шакира.
Но я и, вы видите, попользовалась тоже хорошо. И так как тут идет на расширение, то и убавляется уже не так заметно. Поэтому тут тоже никаких меток нет. Но пользовалась. Несколько раз пользовалась и пользовалась с удовольствием. Оставляем Шакиру. То же самое скажу про Incandescent Lotus. Он у меня уже не один месяц. И хотя также тут вначале я не каждый месяц также отмечала, потому что очень медленно, ну, видите, да, тут на расширение идет аромат. Но если вот так смотреть, то видно, что он потихонечку убавляется. Но дело не в убавлении, а в том, что он прекрасный и достоин на все лето быть на полочке. И Happy Dizziac, когда тепло, тут клубника. Тут аромат клубники. Я все время говорю почему-то малина, но в голове у меня красная ягода именно клубника. Очень приятный, он теплый, его можно и дома, и на улицу. Это красота, это компот. Приятный компот, который не такой легкий, что быстро выветрился, а с которым можно и прогуляться. Так, ну и теперь, наконец-то, я буду показывать то, что имело хороший результат, то, чем я пользовалась более часто в этом месяце. Avon Pure, я его только добавила в прошлом месяце, на май, и он у меня вот так хорошо ушел. Это свежесть, это чистота. Мне нравился этот аромат вечером дома. Вот ощущение чистоты после душа, это вообще красота такая. Чувствуешь себя чистый, свежий, как будто прогулялась по вечерней прохладе. Тоже в прошлом месяце добавила аромат сирени. Это Faberlic, Aromania, Lilac. И тоже, вот видите, это не совсем сирень, которую я люблю, но тем не менее она все равно интересная. Мне все равно нравится. В ней есть какая-то кислинка, как будто еще какая-то нота добавлена, вот. То есть не как моноаромат чистой сирени, а вот как будто сирень чем-то разбавлена таким. Но чем, я не знаю. Но в любом случае, он у меня в почете был. Ну и посмотрите, как я налегла это вот за май месяц. Ну, очень мне нравится этот фрутиссимо. Это такая милейшая карамелька, вкусная. Это цитрусы, это просто взрыв. Сок цитрусовый, микс из апельсина и мандарина. Ну, в общем, это красота. Это действительно красота, которую можно обновлять. Она не удушает. И дома хорошо, и на улицу хорошо. Но он выветривается быстрее, поэтому расход больше. Если его носишь весь день, например, то несколько раз можно и обновить. Он ни к чему не обязывает. Ощущение очень-очень какое-то приятное, домашнее и... Наверное, от него веет немножечко зимой, наверное, потому что мандарины, цитрусы, апельсины – это все-таки как-то вот ассоциации с зимой, да. И еще один аромат тоже, который я дома использую. Вот тут видно по меткам, как он убывает. В этот раз меточка сдвинулась, и так как аромат идет на убыль, то он и уходит чуть быстрее. Он такой сиренево-фиолетовый. Это больше похоже на туалетную воду, либо спрей парфюмированный. Но, тем не менее, аромат очень приятный, нежный, и у него есть тоже компотная такая кислинка. Давайте его сюда поставим. В прошлом месяце взяла, но его никак не отметить, но пользовалась часто. В отличие от тех, которые я вам последние 4 показывала, которые больше рассчитаны на свежесть, этот сладкий. Но сладкий, опять же, домашний, теплая сладость такая, не удушающая, приятно тоже вечером его нанести на себя, когда не хочется свежести, а хочется тепла, потому что были вечера, когда у нас похолодало, и на улице были прямо заморозки, дома было очень холодно, и тогда караоке лучше, чем пур работал. Поэтому вот этот караоке отлично. Тут 20 или 25 миллилитров, но никак не проверить, сколько его там. Ну, если он будет долго заканчиваться, я этому буду только рада, потому что этот микрофончик достойный оставаться в коллекции как можно дольше. И последний аромат, который у меня выгуливался, думала, закончу, но нет, еще наверняка на месяц, пока прохлада, продолжаем пользоваться. Это жемчуг от Avon. Так. У меня больше таких ароматов нет, он у меня остался последний, не знаю, вам видно, да, вот.
видно название, и видно, как он у меня ежемесячно убавляется, и вот осталось такое вот количество. Так как я на улицу не часто выходила раз 5, и из этих 5 раз я выгуливала еще и трезор, то тут, конечно, расход более экономный получился, экономичный. Ну и что же мы добавляем? Давайте смотреть это сюда. А добавляем мы, эти вот сюда можно положить, наши пустышечки. А добавляем мы от Yves Rocher 2 флакончика, очень больших и очень горячо любимых. Потом отмечу меточки, сколько здесь. Это шикарная линейка. Мне кажется, они сейчас переиздали вот эти ароматы. В моноаромат добавили еще одну ноту, ну, например, там ландыш и какая-нибудь травка, муравка. И поменяли флаконы на более пузатенькие, с простыми крышками. Но мне вот этот вариант нравился. И который был до этого варианта, очень был красивый. Зачем они изменили дизайн, если я права, то жаль. Потому что цена остается дорогой, и хочется, чтобы флаконы были более презентабельные, более дорогие. Вот эти вот интересные. Так, это у нас листья цитрусов, не помню, лимона или какого цитруса, но это свежий аромат на жару. Я рассчитываю, что все-таки так как впереди июнь, лето начнется, и это будет меня радовать и дома, и около дома. Он не очень стойкий, его можно носить вообще везде и всюду, но так как на дальние расстояния он быстрее выветрится, то я его ношу дома, либо около дома. Второй аромат – это мои любимые ландыши. Как я их люблю, как они мне нравятся. Но вот их остается меньше и меньше. Я их экономлю, берегу, но тем не менее, время от времени берегу не настолько, чтобы вот только смотреть на флакон и не пользоваться. То есть я ими обязательно пользуюсь, потому что они прекрасны. И еще одну сирень добавляю. Если те два аромата были от Yves Rocher, это Oriflame. Это белая сирень. Когда она у меня появилась, я просто залпом вот столько использовала и потом остановилась. Хочу снова ее поносить, она мне нравится, и пусть она меня тоже радует. То есть и та сирень остается, и эта сирень, я их заодно немножко посравниваю, поперемешиваю, потому что такие моноароматы, их можно даже в течение дня один на другой наносить, и они будут красиво звучать. Ну, если вам так нравится, например, если вы утром нанесли ландыш, а потом добавили сиреньки, то это никак аромат не исказит, а наоборот его сделает побогаче. Если будет жара, то на дальние расстояния я беру в использование Ральф. Это один из любимых моих ароматов свежести. Тут 100 мл и где-то примерно почти полфлакона, ну чуть побольше полфлакона. Он очень медленно уходит, потому что большой объем. Но я его люблю и использую с огромным удовольствием. Когда-то мне его подарили друг мужа. Летчик, он летал в разные страны и где-то вот приобрел. По-моему, он сказал, что в Англии, в Лондоне. И когда привез, было очень приятно получить такой неожиданный подарок. Еще один аромат, который я добавляю, скорее всего, это будет тоже домашний или околодомный аромат. Я не помню, это Брокарт или нет. Ты кто? Так, вверх ногами. Тут 15 мл, не знаю, что там из описания. Флюид. Голден, да, вот так. Их было у меня несколько, какие-то я раздала, какие-то подарила. Но вот себе оставила один в использовании. Поделилась, что была большая коллекция, и некоторые ароматы я поделилась. Но вообще это подарок, который мне очень дорог, и вот будет у меня в этом месяце радовать. Два ароматы на разлив, они ко мне только-только приехали от Леночки, буду их использовать. Вот этот мне на данный момент нравится больше, этот более свежий, и я думаю, что когда начнется жара, наоборот, мне вот этот понравится, а сейчас пока буду использовать этот. У них хоть и номера, но это реплики на более знаменитые ароматы, и буду... Тоже я отмечу, тоже поставлю меточки и буду использовать. И мне девочки подсказали, что нужно каждый месяц
брать в использование миниатюры, чтобы они уходили. Конечно, в основном я буду удар делать не на миниатюры, но пускай они тоже потихонечку заканчиваются, они лежат в коллекции. Так, микрофон сюда. И поэтому мою коробочку вот такими ароматиками, которые можно также пополнять свою сумочку на дорожку куда-то, если на выход наносишь на себя часть, и остальное складываешь в сумочку. Так, эта коробочка у меня идет. Также мне Лена прислала от Nuages. Это CL, 3,5 тут миллилитра. Аромат очень приятный. Буду использовать его. Также достала мини-версию FAM эксклюзив. Мне он нравится. У меня первые два есть FAM. И вот третий хочу в этом месяце поносить. И также тут осталось прямо совсем чуть-чуть, я не знаю, на один или на два применения. Думала, этот аромат тоже уйдет сегодня в пустышке, но, судя по всему, тут еще на один раз получается в следующие. Алая, Париж, если я правильно читаю. Приятный аромат, им не надо перебарщивать, ну, в моем случае, потому что, когда я перебарщила однажды, то есть такая нота, которую я чувствую слишком долго. Она меня начинает душить. А если прямо один пшик, то прекрасно он носится. Переборщила, когда подумала, что заканчивается аромат. И вот второй или третий раз пшикнула и поняла, что это было лишним. Поэтому мне вообще достаточно два раза. Вот под одно ушко, под второе и все. И пошла благоухать. И последнее, что я беру в этот месяц, это Life Color. Это от Kenzo Takada, который аромат для Avon. Вот, он у меня целый. Буду еще использовать его. Не знаю, что у меня конкретно закончится. Но вообще я рассчитываю на ароматы, которые домашние, вот чисто домашние. И вот этот уличный мне тоже хотелось бы доиспользовать. Но если не получится, то значит в июле закончится. Ничего страшного. То есть ароматы это не то, что горит и хочется быстрее вот как бы доиспользовать. Но в любом случае интерес убавить есть, и чтобы в коробочке в конце года все-таки были и пустышки. Это тоже хочется. Все, все, отстрелялась, рассказала, ноты не называла. Но вот такое у меня видение этого ролика. Поэтому он у меня вот в моих глазах аромастраничка должна быть такой. Вот всех удобнее. Мне оказалась такая подача. Спасибо большое за внимание, за просмотр. Напишите, какие ароматы сейчас нравятся вам. Какие, может быть, открытия у вас в этом году. Вот узнали, что вау, насколько приятный аромат, о котором, может быть, ранее не слышали. И, кстати, ко мне от Avon едет их восстановленная старинка-новинка. Ну, сейчас новинка была старинка. Passion Dance, если я правильно, опять же, произношу. Я его заказала, ни разу не тестировала, никогда раньше тоже с ним не сталкивалась, хотя видела флакон, и взяла вслепую. Думаю, ладно, раз этот раритет вернулся, надо брать. Поэтому взяла, и скоро мы будем с вами его тестировать. Кто его знает, напишите, как он вам. Ну, а теперь точно всем пока, до новых встреч!